Всем привет! Как ваши дела? Меня зовут Хурлан. Я хочу такое снять видео. Решила снять такое видео и показать то, что сейчас я на данный момент делаю. То есть какие работы я сейчас делаю на данный момент. Надеюсь, вам будет интересно. В данный момент я вяжу кардиган. Это у меня ангора. Ализе. Ангора Gold. 4 нити, реглан, погон. Здесь у меня погоны будут из французской резинки. Ну, я 3 раза уже распаривала. 3 раза. Расчеты неправильные. В общем, это у меня 4-я попытка. Надеюсь, все получится. И второе, это вот такое панно. Называется тюльпаны в Джайлау. Здесь у меня юрта, цветочек здесь лишний. Это ковровая вышивка, работаю иглой. Вот так она выглядит из лицевой стороны. Раму мне сделал свёкор. В общем, такая работа у меня сейчас идет. Здесь у меня ждет еще такая лента. Хочу сделать объемную розу из органзы. И надо распороть эту шапку. Красивая шапка. Здесь моя машинка, моя помощница. Я его накрываю, ее накрываю, чтобы она не пылилась. И моя тетрадка знаменитая. И вот так вот у меня идет это угла, этот угол. Моя домра. Этот угол мой полностью. Я это все закрываю, чтобы не видно было вот этого всего. Это мои остатки. Это мои пряжи из Китая. И вот это вот рабочий процесс.